атмосферу, в которой будет выступать следующая участница, получилось бы у Бориса Гребенщикова. Как там у него было? «В поле бродит вишня с Кришной, климат мягок, воздух чист, и с тех пор у нас в деревне каждый третий индуист». Произошла очень интересная ситуация буквально на днях. Если вы помните мое интервью в первом туре, я там говорила о том, что я надеюсь, что после того, что вы увидите, вы полюбите Индию. Так вот это произошло. Ко мне подошли две девушки и сказали: «Вы знаете, мы видели ваше выступление в эту субботу. Это же вы, да? Вот. Вы знаете, мы никогда не знали вообще, что такое индийские танцы, что вообще это в Москве есть. И мы, говорит, вот, типа, хотим к вам записаться». Для меня это прям бальзам на душу. Я была очень счастлива это услышать. Тут так сложилось, что жизнь во мне воспитала какие-то бойцовские качества. И они мне сейчас очень помогают в моей творческой карьере. Но при этом они очень мешают моей личной жизни. Вот. Наверное, это плохо, но меня пока все устраивает. Я бы не хотела это менять сейчас. Здравствуйте, меня зовут Светлана Туласи. Сегодня я исполню индийский танец, и мне будет в этом помогать мой партнер Кумар Шарма. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Светлана. Хочу вам сделать небольшой комплимент. Дело в том, что когда я смотрел телевизионную версию программы, мне понравилось еще больше, чем это было в этой студии. То есть вы абсолютно такая телевизионная индийская дива. Поэтому вы созданы для того, чтобы вас показывали как можно чаще. Вы сегодня пришли тоже со своим направлением? Да. На кастинге я танцевала танец, свойственный для Южной Индии. Сегодня я представлю танец Северной Индии, в котором я, собственно, и специализируюсь. Катхак. Абсолютно верно. Понятно. Вау. Ребят, мы будем за вас болеть, мы будем надеяться, что все в студии, и мы, и люди перед экраном, которые обожают индийские танцы, будут просто радоваться тому, что, возможно, вы пройдете в финал. В общем, удачи. Спасибо. बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का
सुकून भी है सुबह की अजान है वही करना जो है पहना जग घूमे Сергей Юрьевич, вы специалист по индийским танцам, как по северным, так и по южным. Откуда вы все это знаете? Как оцениваете выступление? Милый бог, никакой не специалист, но теперь становлюсь любителем. Вы мне понравились очень тогда, очень понравились. А сегодня вы мне понравились еще больше. Ура! Спасибо! Потому что танцевать радость жизни столь убедительно, это не обозначать, а действительно из себя источать эту радость жизни. Это вам способно. Я вас хочу спросить, если вы вдруг проходите в финал, то вы будете показывать третий танец? Это будет третий танец, да, другой стиль немножко. Есть северная Индия, есть южная, есть народный индийский танец, и еще я танцую фьюжн Индия фламенко. Не знаю, как это случится, если это случится, что победит индийский танец на нашем большом конкурсе, но я бы хотел вас еще раз увидеть, вы моя симпатия. Спасибо большое. Сережа, твое мнение? Вы знаете, какая мысль у меня была в голове? Ведь у нас здесь шоу, оно ведь не про деньги. Вы знаете, какая мысль у меня была в голове? Ведь у нас здесь шоу, оно ведь не про деньги. Совсем не про деньги. Оно про внимание и про таланты. Так вот, вы заслуживаете большого внимания. И только я только счастлив буду, если буду видеть в каждом доме уроки индийского танца. Это будет какое-то просто счастье. Когда вы симметрично вращались на этой сцене, я просто впадаю в это состояние, в которое я впадал только в детстве, когда разговаривал с цыганкой на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Вот. А мне там, знаете, в этом чувстве хорошо. Пускай потом будут пустые карманы, но несколько минут счастья, они все-таки вот это чувство приносят. Я вас поздравляю и, конечно, говорю да. Спасибо! Рената, скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления о увиденном? Это такой какой-то лечебный танец, я считаю, бальзам на перед сном надо. Мои страдавшиеся раны. И потрясающий у вас партнер. И я не знаю... Скажите, пожалуйста, а кроме этого лечебного танца, какой танец в кинематографе самый для вас лечебный? Лечебный, вот индийский. Только индийский? И мне, во-первых, все время хочется хохотать на индийских фильмах без остановки. Даже когда... драма. И они плачут и пляшут. И смеются и тоже пляшут. Вот. Это странное чувство. Вот может что-то быть, действительно такое... прописать пару индийских танцев вам в лечебных целях? Наверное, да. И вот это... Но надо брать тогда ребят. Мне кажется, да, можно делать какие-то записи кассетные, чтобы вот так вот взять и вылечивать свою душу. Я вам подарю коллекцию фильмов с Раджем Капуром. Обязательно. Спасибо вам большое. А я Тинто Брасса. Ну так, чтобы сочетать приятное с полезным. А мнение ваше по поводу кнопки? Я да. Спасибо. Владимир Владимирович, очень многое зависит от вас. Да уже ничего не зависит, потому что трое проголосовали за, поэтому они проходят. Я только хотел сказать, что, по-видимому, есть какая-то серьезная разница между танцами юга и севера. Во всяком случае, абсолютно. Я помню, первый танец как-то не очень. Я не голосовал за вас. А этот меня очень увлек. Я не знаю, что там есть такое, но очень притягательное. Магия. Может быть, там эротический момент, не знаю. Но я его почувствовал, во всяком случае. О-о-о.
Да, ну как-то неловко об этом всем, видимо, говорить, но я говорю совершенно откровенно. Поэтому я, безусловно, голосую за. О, да, спасибо большое! За то, что танец произвел на вас такое впечатление. Господа, вы в проекте, поздравляю! Спасибо вам большое! Спасибо! This stage was some other feeling for me because, first of all, this is my first time in Russia. I was so excited